Они красивые, яркие и успешные. Они в курсе всех модных трендов. У них насыщенная, интересная жизнь. Но самое главное счастье в их жизни, конечно же, дети. Они успевают абсолютно все. Ведь они инстамамочки. Знакомьтесь, это Джули Гуру. Гуру материнства, а может быть, гуру воспитания? Все гораздо проще. Девичья фамилия Юли Гурулева. Мама двоих сыновей. Красивые семейные фотографии, посты о жизни и о путешествиях всей семьей. Подписывайтесь на ее страничке, вы найдете много интересного. Не у всех мамочек есть время, чтобы посещать спортзал, поэтому я призываю вас к домашним тренировкам. Сейчас я покажу несколько упражнений, которые легко и просто делать в домашних условиях. Также ваши дети могут принимать в этом активное участие. Ручки потянули, потянули вверх. Потянули. Вот так потянули. Аркаша, а можешь мне на горбушку сесть? Могу. Давай, это мы за. Пока я начинала тренировку, ее прервал плач нашего маленького. Теперь у меня есть маленький грузик для тренировки, и сейчас мы возобновим. Раз, два, три. Сейчас у нас идет растяжка небольшая. Аркаша никак не может не принимать участие. Он всегда со мной. Я всегда со мной. И активно увлекается спортом уже с малых лет. Давай. Давай, повторяй за мной. Несмотря на то, что я мамочка в декрете с двумя детьми, я всегда нахожу время на тренировки. Это будет на пользу вашему здоровью и всегда хорошему настроению. На тренировку у меня уходит порядка 15 минут. Я думаю, каждая из вас найдет и выделит время на столь полезное времяпрепровождение. Они красивые, яркие и успешные. Они в курсе всех модных трендов. У них насыщенная, интересная жизнь. Но самое главное счастье в их жизни, конечно же, дети. Они успевают абсолютно все. Ведь они инстамамочки.